Здравствуйте, друзья! Меня зовут Анна Колесник, я сотрудник отдела музыкально-нотной литературы библиотеки имени Белинского. Тема нашего сегодняшнего разговора довольно специфическая и, казалось бы, узконаправленная – полифония и ее законы. Но на самом деле, когда мы начинаем узнавать об этой теме больше, то, возможно, с удивлением или даже с радостью узнаем, что полифония — это не только Бах и все, что было до него, она есть и в современной музыке. Сегодняшняя лекция или разговор такая достаточно вводная. Если у наших зрителей, наших слушателей будет желание узнать о какой-то теме подробнее, канон, имитация, фуга и так далее, мы запишем отдельную узкую специальную тему. Надо сказать, что в архивах нашей библиотеки, нашего музыкально-нотного отдела достаточно много литературы по полифонии. Это далеко не все, что у нас есть, но самое основное. Но прежде чем освещать литературу и переходить к каким-то практическим примерам, я хочу обратиться к самому слову, этимологии этого слова. В основном во всех учебных пособиях и даже в интернете транслируют прямо под копирку одно и то же название. Полифонии — это множество самостоятельных голосов, их взаимодействие по определенным законам. Термин и объяснение его старо как мир и, конечно, уже нуждается давно, мне кажется, в какой-то трансформации, существенной переработке, потому что оно, конечно, не конкретное и не отражает всей сути полифонии. Многоголосие — это, ну, в корне неправильно, так скажем, потому что многоголосие — это может быть и гомофонный склад, который распространен больше в музыке. Вот. Поэтому термин, конечно, не совсем точный, но поскольку он существует уже давно, и его объяснение таково, наверное, мы будем всегда ссылаться на него, но добавлять от себя какие-то вещи, исходя из опыта этого предмета. Еще хочется сказать, что сейчас в среднеспециальных учебных заведениях и вузах не так часто и не так много уделяет времени этому предмету, к сожалению. И в основном он проходится музыковедами, частично пианистами. Вот. А на наш взгляд, и так было в моем музыкальном училище Асбестовском, сейчас это колледж искусств, которое я заканчивала, полифония раньше проходила 7 курсами. Постепенно это как бы убирали, сужали, и да, тоже потом стали проходить музыковеды и пианисты. Хотя, конечно, это предмет, который должны изучать все, особенно, как я считаю, хоровики. О хоровой полифонии я скажу отдельно. Это, ну, действительно обширная, объемная тема, которой одной можно посвятить целый разговор. Почему так важно учить полифонию? Я очень благодарна нашему педагогу, она до сих пор работает в этом Асбестовском колледже, Надежде Ивановне Водяниковой. У нас полифония велась до последнего курса, мы прошли от зарождения полифонии до 20 века, второй половины 20 века. Вот. Конечно, вторая половина 20 века была уже, имела такой конспективный характер, но тем не менее и фуги Щедрина, и фуги Шостаковича, и Хиндемита мы все это смотрели, анализировали. Это было очень полезно.
Иногда, когда я разговариваю со студентами, проходящими гармонию, я вот вынуждена сказать, как жаль, что у вас не было полифонии, потому что без вот этого начального этапа полифонического очень сложно понять, откуда взялись гармонические законы. Кажется, что они свалились с потолка, и вообще непонятно, зачем они существуют, если сами же композиторы, тот же Моцарт, тот же Дебюсси, тот же Стравинский, сплошь и рядом нарушают эти музыкальные законы, и все-таки они нужны. Чтобы что-то нарушить, нужно изучить, что же нарушать. Вот. Так полифония – это, ну, как бы азы алфавита, это начало алфавита. Когда музыканты начинают учить с гармонии, то есть они как бы выкидывают половину алфавита и начинают с середины. Поэтому я более чем уверена, а тем более сейчас время такое, что можно очень многое найти в интернете. Очень многому можно научиться самому, поэтому я призываю всех любознательных, любопытных пытаться самому постичь хотя бы какие-то азы этого предмета. Особенно это подойдет людям с математическим складом ума. Почему? Это я тоже объясню. Примерно так звучала полифония строгого стиля. Мы здесь, естественно, имеем дело с расшифрованной записью, потому что в настоящем варианте ключи выглядели по-другому, и нотки имели квадратную мензуральную нотацию. Но вот это образец полифонии 13-14 века. Здесь указано, что здесь будет дальше происходить, что тема находится в басу. Она выделена более низкими нотами, ну, то есть более крупными длительностями. Тема находится в басу, и дальше будет идти ритмическое уменьшение. Я не уверена, что это написал сам композитор, возможно, это редакторское пояснение, для того, чтобы нам было легче воспринимать этот текст. Но как бы то ни было, здесь мы встречаемся еще с одной важной техникой, которая не умерла в строгом стиле и не закончилась на Бахе. Она в 20 веке встречается. Полифония на cantus firmus. Что это значит? Cantus firmus – основной голос. В этот основной голос помещался либо хорал, либо какая-то известная тема, вплоть до народной. Есть такая знаменитая месса «Вооруженный человек». Там народная тема, которая взята за основу. Вот этот пример я взяла еще из очень хорошего сборника «Симаковый контрапункт строгого стиля и фуга». Здесь также много примеров, и они разобраны, то есть очень, очень хороший вариант сборника. Теперь давайте небольшой экскурс в историю полифонии совершим. И поймем действительно, откуда она взялась, зачем она нужна. Очень сложно восстановить, конечно, объективно полную картину истории музыки от первобытного общества до наших дней, потому что очень многие сведения потеряны, очень многие сведения переписаны в угоду какому-либо распоряжению, либо просто те, кто писал, не знал точных сведений. И тем не менее, мы знаем, что с начала эпохи Средневековья, то есть падение Римской империи, начало Средневековья, церковь стала унифицировать весь музыкальный материал. То есть сказать, что вот почему я еще не согласна с этим термином, что полифония – это многоголосие, да, многоголосие было и раньше. Значит, мы не можем, конечно, услышать греческую музыку и римскую, потому что нет записи. Есть, а те, которые есть, они расшифрованы так, что мы не можем иметь представления об этой музыке. Но это тоже было не одноголосие. То есть говорить о том, что полифония возникла там, ну, грубо говоря, в IX веке, ну, это неправильно, потому что многоголосие в каком-либо виде, сочетание мелодических линий, движущихся по собственным законам, было всегда. У любой конфессии. Так вот, католическая церковь, начиная с V века, постепенно и довольно жестоко уравнивала все церкви не только по порядку, как там должны были служить службы, но и, естественно, по музыке.
Этот процесс проходил трудно, не без конфликтов, в том числе вооруженных, не без потерь. И можно наблюдать, как те же мавританские напевы, очень красивые, очень узорчатые, где, например, там несколько партий держат бас, да, басовую линию, и, значит, солист выводит очень красивую колоратуру, то есть вот в их церквях, да, было такое. И как на место этого приходит выхолощенный, как бы безэмоциональный, как будто выстиранный хлоркой хорал григорианский. То есть вот эту вот всю красоту просто принесли в жертве вот этой унификации. Для чего? Для того, чтобы... Это тоже был способ психологического воздействия, способ подчинения, в частности, музыкального. То есть создатели вот этого григорианского хорала очень четко понимали, что на человека, особенно простого человека, который рождается, умирает целыми поколениями, не умея ни читать, ни писать, большое воздействие окажет и то место, куда он придет, то есть храм, вот эти большие своды, вот эти грозные иконы, вот эти витражи, но они, конечно, не сразу появились, это все было постепенно, и музыка. Если музыка будет вот такая красивая, узорчатая, как в мавританской культуре, человек не будет думать о грехах, он не будет скован страхом, он не будет думать о том, как бы пожертвовать церкви свои кровные там, деньги или что-то из натурального хозяйства, что он сможет дать. Он будет думать о очень земных вещах. Но если он зайдет в церковь и его встретит там абсолютно отрешенная музыка, спетая мужским хором, то есть вот григорианский хорал — это мужской хор, который поет одну линию. Вот, у него будет уже какое-то иное ощущение от этого места, он будет туда либо с благоговением, либо с боязнью приходить. И, естественно, будет делать то, что ему говорится, потому что многие-многие поколения до реформы Лютера не понимали, ну, вот, простых людей, о чем идет служба в церкви. Естественно, они не знали, что на самом деле написано в Библии и что там нет ничего в поддержку индульгенции. Это давало церкви возможность манипулировать людьми. Так вот, полифония, она, конечно, вот как я считаю, в каком-либо виде существовала всегда. Просто если мы говорим именно об учебной дисциплине полифония, то ее время возникновения выделяют вот начиная с 9-10 веков, да, когда к этому григорианскому хоралу стали прибавлять еще органумы, когда сначала эту функцию органума выполнял голос, то есть он держал какую-то линию, а на нее наслаивалось распевание текста. А затем, собственно, сам орган начал выполнять эту функцию. Он держал определенные линии, а хор ему вторил, так скажем. Вот. И различают две больших эпохи, так скажем, полифонии. Это строгого стиля и свободного стиля. Строгий стиль, ну как бы вот по мнению историков, закончился, ну, якобы к 17 веку. Хотя, конечно же, это не так. Расцвета, да, он достиг в 16 веке, завершился ближе к 17, но если мы посмотрим работы даже композиторов-романтиков 19 века, в том числе Шумана, например, композиторов 20 века, они берут те же законы строгого стиля, но применяют их по-своему. Также неплохая хрестоматия, относительно недавно появившаяся, она, ну, более, так скажем, популярная, но тем не менее подходит для, например, учащихся средних старших классов, чтобы, ну, подготовить действительно, здесь правильно обозначена тема, путь к Баху, учимся играть полифонию. Вот. И здесь изложены несложные достаточно образцы позднего строгого стиля, вот в частности Габриэль, звучит это так.
Довольно типичное звучание, называется «Четыре интонации». И здесь мы видим все законы строгого стиля, то есть один голос, как правило, более неподвижный, это как, ну, как правило, нижний, чтобы создать фундамент. Дальше несколько голосов ритмически одинаковы, вот. То есть здесь создается как бы пара, вот пара неподвижных голосов и пара более подвижных. Вместе они создают, ну, как бы дополнение друг к другу. Что такое строгий стиль и что такое свободный? Свободный – это начиная с 17 века и, собственно, до наших дней. И зачем вообще нужна полифония? Естественно, простому человеку, который приходит просто, например, в оперный театр, просто в филармонию, чтобы что-то послушать, не разбираясь особенно, что там звучит, в какой тональности, это абсолютно не нужно. Но вот как я убедилась на опыте, большом педагогическом опыте преподавания, вот у меня есть взрослый ученик, который сначала учился у меня ребенком, потом на некоторое время оставил полностью музыку, а потом снова к ней пришел. Вот. И он самостоятельно занимается и сам, и со мной, и гармонией, и полифонией, и всем на свете. И он говорит мне, что начинает слышать музыку по-другому. Это действительно так. Чем больше мы утончаем свой слух, тем больше подробностей мы начинаем слышать, тем богаче наше восприятие музыки. Так вот, что мы можем здесь предложить для ознакомления с этим предметом? Ну, естественно, это довольно смело сказать, чтобы его постичь самому, но что-то можно понять. Традиционные учебники полифонии Скрипкова, по ним я училась, и мои учителя, Фрайонова, это переиздание, вот, Скрипков, Фрайонов. У каждого из этих учебников свои достоинства. Хочу выделить все-таки учебник Скрипкова. Почему? Потому что в нем идет поэтапно именно от строгого стиля и его законов до полифонии свободного стиля. Очень много примеров, очень много таблиц. То есть учебник невероятно дельный. Также здесь... Это больше, конечно, уже музыковедческий учебник «История полифонии» Ливановой. Протопопов замечательно сочетает в себе как научный подход, так и исторический. И это действительно, ну, вещи такие неразделимые. Тоже старый учебник полифонии, больше такого практического характера, Степанов-Чугаев. Полифония. То есть там показаны примеры, даны практические задания, также много схем и много примеров. К разряду хрестоматии я бы отнесла вот этот учебник полифонии Ронтерштейна. Но его достоинство в том, что в нем действительно есть такие примеры, которые, может быть, не встречаются в других учебниках. Это действительно ценно. Еще, естественно, мы не можем обойтись без вот такого фундаментального труда, о нем я скажу отдельно. Танеев, подвижной контрапункт строгого письма. Танеев – это наш замечательный русский композитор второй половины 19-го, первой половины 20 века, который был не только замечательным музыкантом, но и ученым. Предложенная им система, некоторые системы в плане постижения полифонии работают до сих пор. Также, вот как мы говорили в лекции о гармонии, что есть гармонический анализ хрестоматии, есть и полифонический анализ. Достоинство вот таких сборников в том, что в них собраны лучшие образцы на определенную тему. То есть нам не нужно брать множество нот, как вы сегодня это увидите, можно взять одну хрестоматию и... значит, поиграть в ней примеры. Но, естественно, если хочется что-то специфическое, то все-таки нотки придется поискать. Есть
Более узкоспециальная литература, и тоже хочу на нее обратить внимание, «Хрестоматия по канону». Очень хороший сборник, я считаю, составителя «Пустыльника». То есть здесь он берет канон от его изначального варианта, каким он был в эпоху строгого стиля и каким он стал к концу XIX века. Множество художественных примеров – это большой плюс вот этого сборника. Вот это учебное пособие я бы порекомендовала учителям. Ну, наверное, они и так о нем знают. Дубравская полифония программа «Конспект». Здесь содержится прямо и учебный план почасовой, как можно распределить темы в семестре. И краткий конспект действительно тем и наполнения, то есть рекомендуемая литература по каждой теме и задания. Очень хорошо, идеально. Причем предмет представлен от зарождения полифонии до додекафонной фуги. С такой же практической целью составлен, он так и называется, причем сборник довольно старый, 88 года, Риттерштейна, «Практическая полифония». Надо сказать, что вот мы по этому учебнику не занимались ни разу, то есть все, что здесь представлено, практически все мы держали в руках и с этим работали, делали конспекты и так далее, а вот это вот нам не попадалось. Не знаю почему. Наверное, хватало того, с чем мы уже работали, Фрайонов, Скрипков, Евдокимова, Протопопова более чем достаточно. Но вот на что я здесь обратила внимание, то что здесь опять же есть практические задания по сочинению, то есть вот прямо показано поэтапно, как сочинять тот же канон, как сочинять имитацию, инверсию и тому подобное. И уж, наверное, будет немножко неожиданно для отдельной группы студентов, а может быть и педагогов, существование задачника по полифонии. Все мы знаем, что есть задачи по гармонии, да? Все мы знаем, что есть учебное задание по сольфеджио, естественно, да? И нам всем задавали сочинить что-то по полифонии, контрапункты, имитации, вот. Но что есть прямо целый задачник по полифонии, причем это третий, да, том. Вот, возможно, это для вас будет новостью. Литинский составитель, тоже довольно старый, 67-й год, третий том. Вот, хочу обратить ваше внимание на это. И еще из таких узкоспециальных проявлений полифонии тоже о чем хочется сказать. Вот эти два сборника «Полифония Моцарта». Хотя, знаете, такую книжку можно написать абсолютно практически о любом крупном заметном композиторе. Очень дельно, множество примеров, все разделено на какие-то тематические разделы. Нельзя, конечно, забывать о том, что классики также пользовались полифонии, причем на очень высоком уровне. У меня в руках совершенно замечательный сборник партитур симфонии Моцарта. Ну, это уже второй том, есть еще и первый, и вот его последняя симфония, она числится как 41-я, на самом деле, если восстановить правильную нумерацию, то она где-то 49-я. «Юпитер» симфония, и вот здесь в последней части полифоническая тема «Cantus firmus», она соединяется с, то есть там как бы фуга плюс симфоническая аллегро. Тема довольно простая. Кузнецова. Полифония в зарубежной музыке второй половины 20 века. Вы знаете, эта работа крайне важная и интересная, поскольку вот в музыке 20 века, где в принципе были опрокинуты очень многие музыкальные законы, но тем не менее полифония была
и пережила тоже как бы определенные трансформации. Это очень важная работа, что она была проделана. То есть здесь разбирается и полифония Шонберга, и полифония Гершвина, полифония Бриттона. Вот. Естественно, охвачены далеко не все музыканты, но тем не менее, вот выпуск 2, как вы видите, да. То есть в первом выпуске больше отечественной музыки, здесь сплошь зарубежные. То есть Чарльз Айвс, например, Хиндемит тот же. Я считаю эту работу очень удачной и хорошим подспорьем для тех, кто, например, делает сообщение о полифонии какого-то конкретного композитора, чего здесь не хватает, и это действительно, ну, как бы этого практически нет. Это полифония Малера. Вот. По полифонии Малера я писала дипломную работу. Она, к сожалению, до сих пор живет на кафедре музыковедческой, теоретической. Возможно, мне удастся как-то ее забрать, хотя бы в личное пользование. Действительно, о многих крупных композиторах стоило бы написать хотя бы небольшое пособие о их полифоническом, об их вкладе в полифонию. Но, очевидно, мы не имеем большого количества людей, настолько заинтересованных предметом. Так вот, что же такое полифония, для чего же она нужна? Она нужна для более объемного ощущения музыки. Строго говоря, полифония – это, ну, действительно самостоятельные мелодические линии, которые живут по определенным законам. И законы эти математические. Вот Сергей Иванович Танеев в качестве цитаты для своего пособия привел в свою очередь, цитату Леонардо да Винчи из книги о живописи. «Никакое человеческое исследование не может посчитаться истинной наукой, если оно не изложено математическим способом выражения». И действительно, когда смотришь на все эти схемы, становится немножко жутко, но с другой стороны, если ты вникнешь и начнешь разбираться в этом, а если у людей хорошо с математикой, для них это будет даже и очень интересно и любопытно, ты поймешь, что действительно, например, такие примеры, как полифония Баха, в частности, полифония некоторых его предшественников, она не, это не случайная музыка, то есть она не сочинялась, ну, просто для того, чтобы усладить слух. То есть это строго выверенные математические композиции. Для чего это было сделано? Это другой способ мышления. То есть понимание того, что, например, все в мире устроено по определенным законам. И законы эти бывают довольно жесткие. Вот там мы увидели несколько схем. Выглядит они довольно страшно, но я вам просто объясню, что они означают. Это обычное сложение. Вертикалис 1, вертикалис 2. Вертикалис 1 – это один голос, вертикалис 2 – это второй голос. Индекс вертикалис – это сумма вот этих голосов. Вот есть, строго говоря, два голоса, например. И они как-то взаимодействуют. Как они могут взаимодействовать? Очень по-разному. Вариантов взаимодействия много. Они могут просто догонять друг друга каноном. То есть, например, один голос спел, второй тот же самый вступил, ну вот, один завершается, второй тот же самый вступил, третий тот же самый вступил и так далее, и так далее. Мы, наверное, все знаем простой канончик «Братец Яков», да, «Братец Яков, спишь ли ты?». Вот эта вот ситуация канона, она, ну, как бы из шуточной переросла в очень серьезный полифонический прием. Дальше, имитация. Имитировать, то есть подражать. Имитации бывают строгие, свободные. То есть когда один голос, опять же, повторяет другой, но может повторять либо через равный интервал, то есть, например, через такт, либо этот интервал всегда смещается. Это тоже определенный художественный прием. Наше ухо, особенно если оно тренировано, сможет уловить этот прием и понять, зачем он сделан композитором. А композитор никогда не делает это просто так. Дальше. Вот здесь я специально открыла этот пример из хрестоматии «Канон в инверсию».
Что мы здесь видим? Инверсия – это обращение. Мы видим начальную тему, которая идет как в зеркальном отражении вниз. Тоже один из приемов. Когда, ну вот смотрите, видите, она шла вверх, а здесь все интервалы опрокидываются вниз. Идет то же самое, но вниз. Есть еще один, ну вообще существует множество приемов. Самый простой – это проведение темы в увеличении или в уменьшении. Что это значит? Например, тема шла восьмыми. Да? Восьмыми. Делаем двукратное увеличение. Например, в следующем голосе она пойдет четвертями. Делаем трехкратное увеличение, она пойдет четвертями с точкой и так далее. Если это уменьшение, тема была восьмыми, станет шестнадцатыми. Есть довольно забавные приемы развития темы, так называемый ракоход. Например, ну, от слова «рак», да, он пятится назад. Соответственно, тема, которая проведена вперед, в ракоходе она будет задом наперед. То есть идти от последней ноты к первой. И еще один из способов – ракоход инверсии. То есть берется вот эта вот инверсия, когда все ноты играются как в зеркальном отражении, и делается она задом наперед. А по поводу этого есть даже анекдот. Думаю, музыканты его знают. И я думаю, что это не из разряда выдумок, а такое вполне могло быть. Когда... Это довольно частая история. Я ее, я ее встречала не только у заочников, но и у очников, которые либо не понимали полифонию, либо не любили ее. Нужно писать практические задания. И одним из самых сложных заданий – написать фугу. То есть дотянуться до уровня Баха и сказать, что сейчас я напишу фугу на три голоса, например. Да? Вот. Это действительно очень сложный полифонический жанр, высшая форма. И не все с этим справляются. Мы не просто писали фуги, мы еще их играли как художественное произведение, но вот... Это действительно подвластно не всем. Стараются фугу заказать, в лучшем случае. И так вот, значит, один из студентов, ну, это анекдот, но, возможно, такое действительно было. Один из студентов никак не мог написать фугу, и за ночь до экзамена он взял и в ракоходе переписал фугу своего учителя. Когда ее сыграли, то получилась фуга Баха. То есть учитель тоже, видимо, писать фуги не умел, взял фугу Баха, записал ее в ракоходе. Когда это сделал его студент, восстановив нормальный текст, то как бы обман открылся. Плохо это или хорошо, не знаю. Любой композитор, в том числе и Бах, начинали учиться писать и полифонию, и более граммофонную музыку, конечно, на чьих-то образцах. Может быть, я покажусь довольно традиционной, но я хочу завершить, естественно, полифонией Баха. Музыкальное приношение и искусство фуги я, конечно, брать не буду, это тема отдельной беседы. Но сказать о хорошо темперированном клавире снова... То есть это как бы Бах создавал это для учебной цели, для того, чтобы уравноправить все тональности по хроматизму. Это было очень смело для того времени, потому что тональности даже с двумя знаками звучали плохо на инструментах того времени. А Бах создал музыку во всех 24 тональностях. Так вот, здесь принцип такой, что к прелюдии есть фуга. У фуги есть свои законы. То есть сначала идет экспозиция, затем разработка и потом реприза. То есть когда тема вступает также. Например, вот здесь, в этой знаменитой фуге на 5 голосов до диез минор, изображающей ход на Голгофу. 5 голосов. Тема вступает в нижнем голосе. Здесь 3 темы. То есть фуга это архисложная. 3 разных темы, которые потом нужно пианисту соединить вместе и услышать. Первая тема чрезвычайно проста. Она символизирует крест, крестные страдания. И также она похожа на анаграмму самого Баха. У Баха B от CH, то есть Си бемоль, Ля, До, Си бикар. А здесь До диез, Си диез, Ми, Ре диез, тоже как анаграмма. Вот. Почему это символ креста? Здесь формируются две
плоскости, соединив которые, получается крест. Во все эти подробности, но даже чисто на слух тема звучит довольно мрачно. Надо сказать, что тема, как она вступает, в каком голосе, да, и как она движется вверх, это тоже имеет художественное значение. То есть, если тема вступает внизу и идет вверх, то есть это путь от как бы из тьмы к свету. Если наоборот вниз, то это но наоборот, умирание, забвение и так далее. Особенно это актуально, конечно, в полифонии Баха. Также проведение темы перемежает интермедии. Интермедии – это момент фуги, в котором не звучит тема. После того, как во всех голосах прошла тема, наступает развивающий раздел. То есть фуга – это как бы предшественник сонатной формы. В развивающем разделе тема может пройти в увеличении, в уменьшении, в ракоходе, в инверсии, во всем том, о чем я рассказала. Вот. Если это фуга на несколько тем, значит, должна появиться вторая тема для нее, экспозиция, третья и так далее. Бах мог играть, импровизировать фуги до 4 тем. То есть это невероятно сложно. А если мы говорим о строгом стиле, то вот действительно, почему нужно сначала изучить строгий стиль, а затем перейти к гармонии? Потому что именно благодаря строгому стилю мы понимаем, откуда берутся вот эти законы гармонии. Главный закон гармонии, так же, как и закон полифонии, это плавность. То есть то, что мелодия должна быть плавной, когда она соединяется поступенной, скачки должны заполняться. Что значит заполняться? То есть если идет ход на широкий интервал, а широким считался даже кварта считалась широким, то внутри него должно быть заполнение. То есть, например, ми-ля, соль-фа, ми. Должно быть заполнение, чтобы не было как бы резкости, так скажем. Скачки на более широкие интервалы вообще не приветствовались. Это именно строгий стиль. Если мелодии соединялись друг с другом, вот это и есть уже контрапункт. Контрапункт – это в переводе нота против ноты. То есть, в принципе, контрапунктом можно назвать любое соединение голосов. Вот. И когда мелодии соединялись в строгом стиле, и это потом перешло правило в гармонию, важно так называемое комплементарное контрапунктическое дополнение. Что это значит? Это, например, когда один голос ритмически замолкает, второй должен продолжить ритмическую линию, чтобы не было остановок, не было пустот. Это нормально, это естественно, да? То есть, когда мы слышим где-то паузу у всех голосов, мы понимаем, что это очень сильный художественный прием, да? Что здесь нам дают какой-то очень мощный намек на то, что мы должны вот прислушаться к этому моменту. А вообще полифония строгого стиля, она очень текучая. То есть ее слушаешь, и вот, честно говоря, что ласса, что полистрина, там, что ОКГМ, большой разницы между ними, как бы ни говорили исследователи, нету. Потому что вся вот эта вот музыка, она настолько плавная, текучая, дополняющая друг друга, что вот именно стилистически со 100% точностью опознать, что это полистрина, а что это ОКГМ, ну, довольно сложно. Не скажу, что невозможно, но довольно сложно. Вот это именно строгий. Увидеть в художественном произведении принципы строгого стиля и старой полифонии можно в частности в знаменитой опере Монтеверди «Коронация эпопеи». Собственно, это одна, ну, как бы это вершина ранней оперной музыки. Мы оставляем в стороне довольно скандальный сюжет этой оперы. Хотим сказать о знаменитом хоре Сенеки и домочадцы, когда Нерон объявляет Сенеке, что он должен совершить самоубийство, и, значит, домочадцы это комментируют. Здесь использован канон. Мы это видим даже зрительно, если мы даже ничего не понимаем в музыке, что вот эти темы вступают поочередно. Зачем?
художественный прием. То есть они волнуются, они не все разом кричат, да, то одна группа, то другая. И это довольно мрачная, ползущая вверх мелодия, которая передает ужас. Также мы здесь видим другую нотацию и другие способы, другие длительности. Вот эта вот нота называется brevis, вот эта длительность. То есть brevis, она в два раза больше, чем целая. Ну, то есть она занимает 8 долей. Стиль. Но не надо думать, что полифония завершилась на Бахе. Да, там кульминация. Причем как вообще полифония в целом, свободного стиля, так и строгого стиля. Потому что Бах создал два очень основополагающих таких произведения, где он как бы собрал воедино все достижения полифонии. Это музыкальное приношение и искусство фуги. То есть в них Бах показал интеллектуальную музыкальную мощь, я бы так сказала. Он взял все... показал историю полифонии от органумов и канонов, и имитаций, постепенно показал, как вот этот предмет формировался. То есть можно сказать, что это учебник по полифонии, только сделанный художественно. То есть на примере искусства фуги и особенно музыкального приношения можно разбирать вот эту историю полифонии. Там и Ричард Карр есть, и каноны, и имитации, все что угодно. Мы, опять же, не будем вдаваться вот прямо в конкретные реалии каждого полифонического правила, потому что у нас не хватит чисто физически времени. Но я покажу вам несколько примеров и объясню их. Надо сказать, что полифония – это не только инструментальный прием, очень сильный, но и также вокальный. То есть есть разряд хоровой фуги, хорового фугетта, например, хорового канона. То есть это когда тоже голоса взаимодействуют друг с другом в определенном образом. О хоровой фуге. В принципе, можно взять любое хоровое сочинение и найти там вот образцы этой фуги. Хочу задержаться немного на реквиеме Брамса. Вот она идет, эта хоровая фуга. Начинает солист, бас. Затем подхватывают все голоса, и дальше эта тема идет с видоизменениями, то вместе, то порознь. Вообще фуга один из сложнейших полифонических жанров, когда тема, фуга-бег, догоняет друг друга, то есть она должна... Здесь, конечно, не классический вариант фуги, но у хоровой фуги свои принципы, так скажем. Тема должна пройти во всех голосах сначала, мы это увидим на более классических примерах, и она должна претерпеть какие-то изменения. Так, вот это вот фуга, вариант хоровой фуги Брамса. Как я уже сказала, у нас есть свой вариант полифонии, это подголосочная полифония, она исконно народная. Не обязательно русская, но народная в том числе. Что значит подголосочная полифония? Подголосочная полифония – это когда на основную мелодию наслаиваются ее варианты, подголоски. Вот знаменитый хор поселян из оперы «Князь Игорь». Может быть, по сыгранному варианту будет даже более понятно, видно и слышно, что это действительно варианты не того же самого, но очень близко. Потому что как в народе происходит? Они собираются, кто-то начинает запевать, кто-то подхватывает, да, и они импровизируют свои варианты. Thank you.
Вот. Этот знаменитый хор звучит практически в конце оперы, когда из разоренного поселения идут крестьяне. Поэтому так скорбно и печально звучит эта музыка. Еще один знаменитый пример хоровой полифонии, причем контрастной полифонии с соединением двух разных мелодий, это Иван Сусанин Глинки. Примеров на самом деле можно множество привести. Вот, я выделяю только некоторые. Интродукция, когда плывут бойцы, и звучит тема «Родина моя». Сначала идет постепенное вступление этой темы по принципу хоровой фуги. Вот. Это прямо можно зрительно увидеть. А затем вместе к ней вступает вторая тема. И они соединяются. Женский хор. То есть мужской и женский хор поют разные партии. Это довольно сложно, но очень красиво. Но не надо думать, что вся полифоническая музыка такая мрачная. Нет. Очень много полифонических приемов имеют либо комический эффект, тот же канон, да, когда повторяется одно и то же, либо просто показывают жизнерадостность и ликование. Например, у Шостаковича есть совершенно замечательный цикл «24 прелюдии и фуги». Здесь композитор как бы испытывает нас на прочность, потому что играть сочиненные им фуги часто очень неудобно. Кажется, что композитор словно издевается над тобой. Он разводит руки вот прямо по разным регистрам, делает очень быстрые переключения на разные тональности. То есть, вот, например, фуга трехголосная, ля-мажорная, которая начинается, казалось бы, легко и забавно, потом доставляет очень много проблем для исполнения. И так далее. Она действительно ужасно неудобная, и вот пока я ее, допустим, учила и играла, у меня были очень большие вопросы к Дмитрию Дмитриевичу, зачем он так сочинил. Собственно, композиторы, во-первых, меряют по себе, по своим возможностям, а он был замечательным пианистом, и во-вторых, все-таки немножко подзадоривают исполнителей, чтобы они не расслаблялись, так скажем, и проверяли свои способности тоже. То есть фуга на самом деле имеет очень разное значение. Она может быть вершиной какого-то полифонического осмысления философского, как у Баха. Она может быть даже комической, как здесь. Она может быть хоровой, как у наших русских композиторов, и у Брамса, в частности, у Верди. Она может быть оперной. То есть вариантов очень много. Итак, мы пробежались с вами по основным полифоническим законам. Мы поняли, что полифония — это очень серьезный довесок к музыке, без которого воспринимать ее адекватно, полноценно невозможно. Об этих законах можно не знать, но изучая их, мы начнем слышать эту музыку по-другому. Спасибо, что вы были с нами, и до новых встреч!